Рыбу там кому надо ставлю. Лишь это И сразу неплохо. все покушайте. В лучах никто не стоит. Все выходят. Краску МП5, пожалуйста, тоже обновите. Опять на всех по 16 минут, вам мало что. Мили-зона бегает снега сбоку. Все, води его так потихоньку спиной назад, пускай себе все. Веди, веди, веди. Ты наш хилит. Выйдите, выйдите с меточек все, ребят. Да. Дальше проведем, что сюда. Госпожа, я умираю. Так, типа объяснять кому-то надо или так полетим? Рыбка стоит, сразу сядь. Я тут первый раз объясняйте. Да ну, рыбка сзади стоит, сядь, бабушка, сразу. Только тут расскажешь или нам рассказать? Бэкскул. Короче, ребята, сейчас пулим босса, ее никто не бьет. Команда с ней сбит 150 стаков. Будет 3 пака мобов. Будет большой моб, такое здоровое дерево выходить. Мы его заливаем под грибами. Будут грибы вылазить, под них все забегаем. Такие все заливают. Потом будет 3 средних моба выходить, это элементаль, цветочек и... Да, да, там элементалю и грозовому цветку будут режутся косты, их всех надо одновременно убить. Оно все на место будет, там легко. Третий пак это просто кучка маленьких таких чувачков, их надо тоже заливать, они взрываются, поэтому там в один момент надо будет переступить немного ТПС, чтобы отхилились, а потом заливается опять. Когда 150 стаков сбиваем боссу, мы прыгаем на босса, хреначим босса. Босс будет стоять возле реки. Там будет, он будет скидывать, короче, ростки такие, мы все перебежали на вторую сторону реки. Потом он там скинул, мы все на обратно на эту сторону реки. И вот так, туда-сюда, туда-сюда. И для РДД еще ответственная задача будет вылазить дерево Дара Эонара. Его надо заливать очень быстро и очень точно. Думаю, ханты пускай на нем стоят, да и все, все ханты. Не, хантов не хватит, просто все РПД прыгают нормально. Теперь вопрос, что с Рагнаросом? Нам его ждать или менять? Свет. Или его не пускают, или это не пугает. Ну, мы можем за 4 тела забрать, если он не против. Серега МКВИКС. Серега. Да, тут. Ну, идем туда 24 тела, что мы ждать его будем. 24, одного не ждут. Только держи его у реки. На пол дали ханты. Все, цветочек на пол. Сразу цветы никто не заливает.
Льем АУЕ просто в конце под стопами. Таурены даете стан. Капо Кали. Дерево. Дерево сыграли. Дерево сыграли РДД. Возле босса дерево зеленое. Все РДД в ней. РДД становимся сюда, вот все поближе становимся, где я прыгаю. И все стоите, это максимум. Держи в реки ее. Все, чтобы вы доставали и не бегали. Сейчас выйдут либо три моба, либо выйдет большой. Если большой вышел, значит прям под грибами. Лучше в поле держать, а то в луже будут деревья расти. Ну если вот там, где он держал, они очень далеко появляются. Это же ко мне побежит. В вот фотоплёты играем. Мы должны убить все равномерно. Дерево растёт. Дерево, да. Дерево. Ты же говорил, будет в луже. Поэтому держи её в центре на поле здесь. Воду и этот плиточник объём. Мы их должны убить равномерно, ребят. Хватоплёта больше бьем, ребят. Фул залили. Дерево растет. А то дерево залили. Дерево. Можно БР попросить, пожалуйста, по сумаре. Дайте джибанки. Два БР сразу отдайте, пока нету мумы. Большое дерево, дерево под грибы, готовимся забегать. Под грибы. Вары раскол на юзайте у меня. У кого гриб взрывается, под новый становимся маленький. Сбоку у него есть еще гриб. О, дерево, дерево. Дерево залейте. Добиваем вот. Все. Собрались в кучку. Кучами становимся. Нахина, дай бы по руску. Сразу мазбаф нажали пока. Моба заливаем равномерно так же. На пул дайте, чтобы я опять не умер. Там еще один. Уберите стану. Да. Дерево растет. Отлично, я говорю, да. Духа воды сыграли? Есть БР еще? Два еще БР. БР и танк. Кого барнуть? БР уже. Добиваем тебя. Не слышу ниц. БР уже все. Дерево залейте. Дерево, дерево. Забрал Тарик? Большого дерева ФМ по цветы смотрим. Вот по цветы, под грибочки снимаемся. Дерево, 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 дерево добывай. Палы возьмите сейчас, хоки возьми сейчас ауру от огня и сдашь по команде вместе с собой. Он бьется. Пул дали.
На пол. Сбегитесь к танку все. В одну точку здесь стоим. Мастера ауры сокрой, стандали, давай. Стандали, разбежались. А вы ешим. Дерево растет. Дерево ТД сыграли. Шаманы, ты зачем вы откидываете? Вы их. Убить их. Дали сокру и мастер ауру, нам бы их убить быстро. Вы их пораскидывали. Все, играйте в босса. Геру дали. Цвет за деревом смотрим, РБД. Приготовились. Перебежали сейчас. Сейчас надо им ЖПР. Жди. Дерево. Дерево. Вернись назад, шаманы. Все назад вернулись. Стоим вниз. Все. Пол хп бустер. Дамажим. Перебежали. Все перебежали. Быстрее. Смотрим. Дальше. Бьем. Перебежали. Перебежали. Сейчас скоро дерево будет. Дерево растет. Дерево свичнули, подошли к воде. В воде, блядь. Не перебегайте сразу. Перебежали все. Блядь, близко не пост. Перебежали. 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 Дерево сыграли все. Милики тоже помогли. Перебежали. Перебежали. Кто здесь остался на этой стороне? Сейчас взорвете. Бегают все равномерно. С одной стороны, другую бьем. Перебежали. 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 Дерево. Возле босса прям. Перебежали. Мили зона свечного сразу тоже. Перебежали. Стараемся добить. Больше дамага. Перебежали. И тут добиваем теперь. Пол дамаг. Накиньте лук, пожалуйста. Ступни, блядь. Что это? Ножные латы. А, это ноги упали? Да. О, пароль, не... ноги. Паладин прист лог. Ролим. Попробуем, блядь. Сколько? 88 папа кинул, блядь, сюда на. 206 это. Сейчас вот скул кинет 90+. А он уже кинул? Нет, еще не кинул. Варшам. Уже мне дали. Варшам. Ой, блин. Варшам хант. Это что такое? Штаны тоже. 55. Все, больше никому не надо. Два рерола даем. Хорошо, и Айда Хил. Хорошо, вижу. Айда Хил. Хорошо. Пацаны из последних сил вообще дрались.
двигаться. Чем мы на Мимирона идем, правильно? Да, ботинки ролим, тканевые. Хилы. Это я уступлю. Файв. Я переживаю. 99. Раз. Ну хотя вот фиг перейду, переролят. Не, не хватает. Все, тогда. Никто не слакает, бежим на босса. Сразу в плюс в чате, кто не знает тактик. Можно отойти, пока на 2 минуты био? Давайте ставлю перекур, и уже потом не отходим. Доносим тогда 3 босса. 2 минуты перекур пошел, быстренько курим-то. Кто не курит, пока грязь, бегите. Пробуй, не знаю. Кеш почисти. Это ты обломал всю операцию. Я всегда забываю за огурцы. Огурец валяется. Это хп 27к. Вара криганит. Понятно. Не может зайти на сервер. Вар, ты давай там что-то решай, не знаю, кэш удали или... Я уже удалял несколько раз. Блин, да. Попробуй Вовку. На форуме поищи, может. Попробуй Вовку. Ого. Да какие бы обидные были. Сам такой. Так, кто там не добежал еще, давайте набегайте. Айда хил. Так, давайте, кто тактику не знает, сразу плюсик поставьте, серьезно тут. Самое спорное то, что на X3, на X2, на X10 заходят, без проблем. Ну все, это судьба, уходить пора с сервиса. Произошла не... Что кинулось роли? Предвиденная ошибка, обратитесь на форум. Калькуляторе лагает. Код ошибки... Ого, код ошибки 11. Вот с этим кодом и гугли. Именно 11 код. Здравствуйте, девушка. Можно, пожалуйста, этот заказ сделать? Так, один унаги. Ролла. Дайте мне, пожалуйста, тошку фри. То, что я нет, сейчас не говори. Просто не время. Соусы не забудь. На доставку. И учебные палочки, судя по всему. А, два бамбука, да, скажут кури. Кури бамбук, да. Ладно, так, хилы по кругу рассасываемся более-менее. 744. Верно, вы хилили весь обид. 13. Можете на ту сторону 2 стать, но вы тут 13. На второй, ой, на третьей фазе с головой мы бежим сюда в трусы. Да, да. По бомбам не ходим. На мили зона. В первом касте я вам не проанонсирую, смотрим внимательно, выбегаем. Можете да, выбегать, да. Смотрите, вот идет круг, вот этот. Дальше него можете не бежать. Дальше него да, он не идет. Остальные косты вам за 5 секунд анонсу, сразу вся мили-зона вышла. Смотрим внимательно по бомбам, по ним не ходим. Если не знаете, где бомбы есть, нету,
Стойте перед лицом, ну как раз перед мордой, где танк стоит. Вас бить них, ну, не будет, и бомбы будут с той стороны, как раз за спину выбегать и ушли. Все. Так. Что вам еще рассказать? Первый каст на третьей фазе будет грудак. Поэтому смотрим внимательно. После него сразу будет шоковый мелизона, можете сразу разбегаться потом. Шаман, когда переведем на третью фазу, сразу даешь. Ой, на четвертую сразу даже беру. Четвертая — это там, где он в сборке полностью будет. Как он собрался, стал активен, дал тогда гер. Даю верчина баф на пул. Кому что не хватает белый чат. Ах, у нас слайдеров сколько. Баф МП5 дайте, пожалуйста. Так, Акаса, что там не хватает? Да, МП5 нет, я не хватает. Я что-то не вижу лапки, а вот лапку вижу. Инты не вижу. Я не показываю, что есть. А, ты тут уже. Дайте по Акасе баф и фул. Полукругом сразу РДД можете остановиться. А где да. Маг? Какой? Справа. Можете из гильдии Макс Фактор взять, если можете. Если он хочет. Не, Файв тут, но я просто не знаю. Полипавр. У меня в полипавре не отображается, вот он рядом. У меня Макс Фактора вообще нет. За луной стоит. Бля. Сейчас смотрим. Плюс. Кто МП5 дает? Я дал, я на всех раздал. На друидах нет. А, на друидах кулаки, извините. Ладно, идем так, не будем. Ты совы, я один РДД, РДРУ. Давайте стопаем флут, набав на пол. Поставьте вместо льда огонь, пожалуйста. Жребанки, все, ребят, не слакаем, я стартую. Торика, ты ж ДД? Да, да. Все, пуляю. Смотрим внимательно. Мили зона сразу под босса стали, чтобы бомбы не слутали, будете чаржить сейчас. Бомбы бросились, смотрим внимательно. С моей стороны вообще бомб нету. Можете по одной стороне сразу потом убегать. Убежала вся мелизона. Смотрим аккуратно бомбы. Тихарь, молодец. БРы пока не даем. Бомбы обновятся аккуратно сейчас. Бомбы обновляются. С моей стороны нету бомб. Мелизона разбежалась. Все мелизона выбежали быстрее. Беги, малышка, беги! Добиваем. Аккуратно потом выходим сквозь бомбы. Вот сейчас, видите, я тоже не прожимаюсь. Это вчера не дохилило. Обновились. Все, добили. Аккуратно вышли. Постояли, посмотрели, где бомбы, там и вышли. Потихарю дайте. Хпалы, хпалы, пожалуйста, на второй фазе сейчас джагнули хп. Ставь этот печатный хил. Рулю есть, БР. Ставь ребанки, дай. По кругу стали все сейчас. Просто по кругу. Добиваро, да, я СС бану. Я дал уже. Прячетесь от направления босса, бегаете. РДД стоите на месте, потом при косте только двигайтесь. ДК можете я нажать дал. Войско. Уже я можете. Я дал на Суна СС сначала. Дамажим. В
Мары раскол подвизываете. В голову потом играет на четвертой фазе. Играет Бакскул, Бэби Варлок, Мах. По телу играет два ханта, то есть остальные РДД еще. И Ши, Прист, этот... Пиво, Буш тоже на голову. Касс смотрит. За спину. После каста даст в любой друид бану. Еще один друид Айда Хилу дадите. Байт Фури, дай БР по бану. Хина, дай БР по... Я дал по Айда Хилу. Задрулю, если есть, за ВОБ для БР отдай. Похильте, блядь. По Айда Хилу дал. Да ёбаный, блядь. Не стойте все на одной стороне, блядь, рассоситесь, ну. Да, можно падать за нами сейчас. Падаем, стопнули хилку. Не переводим. Старт спиной развернулись к нему и стоим. Беги, малышка, беги! Подкат зашли, кто там живой еще. А почему падали? Потому что хилы попали. Ну, двух хилов убило. И потом весь рейд начал без прохилов падать. Почините все, пожалуйста. О, ну какой... Какой рейд мы уже ходим, ты по-любому где-нибудь да сдох. Четвертая фаза. Есть у кого немного голды на починку? Да. А у кто есть. Говорит? Кто обращается? Хоки. Я у починки стою на уровне, дай мне одну. На четвертой фазе запомните сразу, кто кого бьет. Два лока, Мах, Файв и Акаса выбьете голову. Остальные РДД вы бьете тело. Вся милизона бьете самый низ. Если вы добили до определенного, до 100 тысяч, переключайтесь, помогайте остальным. И мы там в 9 тел заберем, блин, последнюю фазу. Главное 200 добьем. Ребята, ну, это... Все выжили. Я прослушал, извините. Хилы на второй фазе, когда туловище крутится, где стоят? Просто рандомно на 4 метки стоят, видишь? Можете рассосаться 4 просто стороны разных и все. Это кто? Это хилы? Хилы? Да, хилы стоят по 4 меткам, а когда он начинает кастовать, все должны забежать к нему за спину. Давайте, извините меня, блять. Ребят, может вы устали, может поэрелить? А вроде не устали. Ладно, может вы что-то недопонимаете. Вы сейчас видели, какой непрохил был? Потому что два хила упало. На весь рейд вешается дебаф. Жар, волна жара называется. 4 секунды. И он каждую секунду тикает огнем по всему рейду. Это прохиливать на бегу очень трудно. Тут не 3 эрдру, что можно их на 4 метки ставить. Извините меня. РДД ставятся на ренжу, а хилы ставятся под босса. Босс не таунтится, они стоят там. И им не нужно бегать. Им нужно захиливать РДД и кучку вот внутри вот этого круга. Вы об этом не знаете или как? Ребят. Есть Раэл, который командует. Ну так я говорю про это. Может кто-то устал, может вы забыли просто. Я смотрю, дерево стоит на рендже. Как он будет прохиливать другую сторону? Как он будет прохиливать рейд? Видели, как рейд падает? То есть ты хочешь сказать, чтобы сейчас все хилы бегали, да? Хилы в центре стоят, наоборот. Какие 4 метки? 4 меточки стоит, правильно? Стоит один хил, направление со стороны квадрата, кастует в ту сторону босс. 3 хила стоят, никуда не двигаются, они не прохилят, пока один перебегает. Ну это я не знаю, каким нужно быть раш. Есть лазерный обстрел. Самый критичный момент этого боя на второй фазе. Лазерный обстрел. Он в любую из меток повернется, они начнут двигаться. А рейд дамажит этот дебаф. Хилы стоят под боссом. Я понял, все окей, хорошо. Я все понял. Извините меня, ребята.
Я тебя понял. Не надо, мы только раз тут вайпнулись, мы начинаем. Сейчас не, я правильную тактику говорю. Так. Я правильную тактику говорю. Офнитесь, пожалуйста. Офнитесь. Первая фаза хилы распределительства была в форме, чтобы можно было прохиливать. На второй фазе все сбегитесь в центр. Паладины, Самара, Хоки и Бану. После каждого плевка Самара даешь первый мастер-ауру на огонь. На второй плевок Хуки даешь второй мастер-ауру, Бану третий мастер-ауру на плевок. На какой потом плевок? Чем... По КД просто висит и все. Там она он... по КД висит, а что, 1600 она... тикает, это прохиливается. Просто чел тему сказал, что вы стояли в центре и не бегали. Я про вторую фазу говорил, а не про первую. Одним залпом покосит весь рейд, пока весь стихил. Хоть это реально тупость. Я первый раз такую чушь слышу. Какую чушь? Они за спиной стоят спокойно и все. И босс поворачивается на одну сторону, когда все стоят за спиной. Всех тупо, все хилы перебегают и все кастуют. Да? Вообще жестко. Ты прикалываешься? Ладно, давайте просто будем идти так, как и шли. Все. Просто хилы будете этот немного в движении, чтобы всех прохиливать. И вы же, это, стойте ближе немного к платформе, чтобы когда будет бараш, вы могли забежать. Иначе вы, там, я не знаю, вот Бану упал, Айдахил тоже упал каким-то образом после первого баража. Первый бараж был, два хила упал, а потом просто тупо не захиливали, пока вас резали, либо эрер. Пул бафы дали, арчи на готовность. На второй фазе, Самара, поставь печать на хил. Бей, пожалуйста, джаггер на хил. Хулипал есть, чтобы они её ставили. Нафиг я буду по маме просаживаться. Ставь. У нас вчера тоже был трабл, так что... Ставь. Ульти. Бану, к тебе, ты постоянно падаешь. В чем дело? Ты либо себя не захиливаешь, либо вообще рейд не хиляешь. Не дохни, пожалуйста, по минам смотрите. Мины обновились. Каждый посмотрел, где выбегать. Как выбежали, так и забежали. Беги, малыш! Ток, отошли все. Эйфри, ты умер. По какой причине? Ясно. Обновились мины. Мины обновились и стали. Смили... Вся с рейда. Смили зоны, вышли все. Отошли. Шок. Зашли обратно. Прожмись, ты спиной пошел. Мины обновились. Сразу посмотрели, как выходить. Шок через 3 секунды. Она вышла. Босса добили. Смотрим, мины, смотрим и вышли. Тихарь, ты чё, не видишь мины, а? У них это фрейм нам достаточно такой, чтобы задеть. Боритель, хилы. Хилы подошли немного поближе, чтобы успеть за спину забежать. РДД рассосались по кругу. Только недалеко, чтобы можно было вас прохиливать. Здесь мин нет, встаньте вот на этот средний круг. Все РДД, все милики сразу за спину перебегают. Войд зона еще здесь есть, не забываем про нее. Войд зона. Ну или сейчас будет класс. Беги, малыш! Обстрел, все за спину зашли.
после хоста разбежались по кругу. Остались все. Войдзона. Переводим, коста не будет. 20 секунд до коста. Прохил, 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 еще раз прохил. Войдзона. Войдзона в миле. Добиваем. Все отошлись. Убежали. На одну сторону в трусы быстрее. Хилы, станьте в трусы. РДД, рассоситесь по платформе. Хантрик под голову. Когда голова слетит, под голову Петраху. Милики вообще мини подходит нет, к этому, к под голову. Бану, отойди, ты сейчас просто бомба упадет и лопнешь. Еще раз повторяю, хилы, встали в трусы. РДД дамажит. Бот. Бомбот. Аков, дайте или стан? Все. Большого забили, милики. Алосо, поставь ловушку и отойди сразу. Бомбот. 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 Бомбота убили. Босса, играемся. Там боссу дали, да мы хабдотали максимум. Расколы вары юзнули на него. Отбежали. Хотя доты костыгим на этот на ману. Заберите моба с меня, алло, блядь. У меня моб стоит, блядь, на чью голову. Бомбот. Акова. Акова, стан, что-нибудь. Большого робота. Большого робота сыграли все. РДД, продолжайте бить голову. Милики, бейте в бой этот большого. Бомбот упал. Бомбота забейте. В голову играем. Хороший сама. Все в голову. Трэш добился. Перефаза. Пиво Сямба, косты гимноману. Лифт поднимаем. Один БР есть, отдайте по лифре, сразу фул дебаф дали ему, фул бафа. Лифре вставай, если дали тебе БР. Не забываем, все то же самое. Кого назначили? В голову, все остальные в грудь и милики вниз. Геру дали, прохил дайте. Мины не забываем. Сейчас будет мины. Сун, держи его ровно по центру. Мины упали. Войд зона еще здесь есть, не забываем про них тоже. Кто или каст будет? Первый каст бараш. Бараш, все за спину зашли. Кресты в тучку прыгнули. Раф, Раф куда ты? Куд... Мили зона, это... можете разбежаться, сейчас будет мало. Точнее, в этот день. Вот зона. Шок. Отошли, милики. Отошли милики. Ставь обратно на центр. Мина обратно. Я умер, не хочу. Все, окей. По голове играем, в тело. Да, всем ровно идем. Дамажим. Кулак можно дать, пожалуйста? Мили зона ушла. Смотрите, будет сразу каст тела сейчас. Внимательно смотрите. Рок, отошли.
Бараш, спрятались все. За спину. Одномерно добиваем. В голову играйте все, в голову играйте, там 8% у головы. РПД в голову больше. Голову, все свищитесь, пожалуйста. Левя, вниз тоже, то же самое. Бомба одновременно. Нет, в голову. Все, добейте все одновременно. Ну плюс-минус одновременно, вот здесь секунд весь перефаз. Добейте, лоу хп осталось. Молодцы. Много умерло, все равно. Я знаю, что много умерло. Хилы вот просто на первом бараше опять за минус 3 сделали. Песня кистевой упал. Шестая вам попытка. Вам надо было 50 раз страйсить, чтобы просто чтобы идеально проходить. На успех можно рулить, нет? Сейчас идет ровно на инспек потом. Если никому не нужно, на успех. Кистевой комбат. Лифри раз. Раз. Два. Три. Отдаю. MQX, Лифри, Тиххарь. Вроде вы ролите на комбат или на что? Ну, я не знаю, на кого. Я вообще ничего не ролил тут на мультик. Вот, решайте сами. Если я на мультик, то MQX, давайте. Комбат. MQX. Ну, а давайте MQX. Все. Тиххарь тоже мультик. Небо токен. Защитник. А давай MQX. Вархан Шам. 91. Куда дальше и двигаем? Шеф, раз, два, три. На Игниса острокрылую идем. А, Торима не пойдем? Стоп, не то сделал. Отмена. Трура. Шефа. Линканул еще раз место отдать. Спасибо. Покорителя ролим. Понял, принял. Автобло. А, 8. Было 9, стало 8. Далеко пошел. Достаточно 82 раф. Понимаю. Раф, вторая шмотка. Куда идем? Идем на автор. Акас, позвони ГМ, высуну еще раз КД скинь. Так можно? Да, а ты думаешь, как мы сейчас пошли второй раз? ГМ позвонил просто, он сказал, окей, брат. Мы такими темпами до ласта не дойдем никогда. А зачем? Так, с этого трэша денешь. Токены ж падают. Да. Тебе ачива нужно, раф, что ли? Нельзя, раф, нельзя. Ты ролил и ты сролил. Правила дельные. Ой, Рагнарос зашел. Ну, когда хрен боливар закроем, тогда заберешь. Раф, напиши сначала Торике, если он даст добро, тогда да. Насчет. Чтобы он тебе токен отдал? Он мне токен отдает, говорит, потому что у меня 200. Типа у него купленный за этот, за баджи. Ну, хочет пусть отдает. А по роллу что, никак посмотреть? Если по роллу, он их сролил. Он его сролил. А, можно сролить и передать, да, кому-нибудь? Ну, есть желание, я же отдал свой меч. А, ну ладно. Вообще у нас это
Это у нас это карается киком. Можете кикнуть меня сразу из гильдии. Не, ну хорошо, хорошо. Это хорошо, что так можно. А то некоторые кикают за это. Не, я тебе говорю, у нас карается киком. Я уже кикнул пару людей. Не, ну сейчас. А почему они... это киком караются? Не, сейчас они будут передавать. Вот он сролил 8, а тот. Да, он 80. Оставил их все, угомонитесь, он забрал себе их. Ну просто вы либо это не озвучиваете, либо как-то определитесь, это можно или нельзя. Он мне начал давать, я из-за чего сказал, спрашивать через гема все. Он ему сказали, он не отдал все. Нет, это вообще, ну, типа, ролить за другого у нас нельзя. Ну, вот это хорошо. Вот, точнее, ролить и передавать шмотки за... Нет, такого нет. Сразу кик. Рагнарос, ты чё там? Вроде себе пати кидал, тебя не вижу. Он уже в рейде 8, наверное. Он уже состоит в группе. На 8. Мишка, хочешь? Есть желание потанчить? Потанчи, пожалуйста. Есть желание? Нет ответа. Танчи, пожалуйста. Ну, типа, да, да, нет, нет, я переспекнул себе, без разницы. Кликните кто-нибудь. Ваня. Ваня, Рагнарос. У всех зависло? Да. Да. Опять КД нам сбрасывают сейчас, да? Да. Диск. Да, я позвонил. Акаса красавчик. Да, мы еще босса не убили. Акаса позвонил, сказал, да. Я не стрелял. Опять сейчас с первого босса. Еще раз. Рагнарос, Ваня, ты тут? А у него же не этот глючит Дискорд, он сказал. Крикните тогда, когда будет заходить, я пока покурю. Мирона убили? Ваня. Слушай, да. Мне сейчас вроде... Я так понимаю, у меня была проблема с пингом. Сейчас, возможно, зайдет. Мирона мы убили, да. Хорошо. Это 11-я ошибка. Это из-за плохого соединения? Да, возможно. У меня просто был большой пинг. Я на форме не... Я на форуме не нашел один ошибку. 400, по-моему, за коннекшн отвечают. Вайт Фури, ты здесь? Слава. По-моему, так тебя зовут. Да, да. Смотри, я что-то не посмотрел. Сколько твоих уже людей пришло? Ну, кто там за Друлю, Бармалюга? Или двое только вижу сейчас. Кто еще? Не, вообще. Ну, сколько переходит? Айдахил еще. А, вон Айдахил еще. Все, зашло.
Да, заходите. А вендор вчера был, нет? А у вас что, 5, да, получается? Сегодня это двое, муж с женой, там Элим и Мак хорошие, это они на даче. Они по субботам всегда отдыхают. Вот их еще пятницу не было на этом КД. На следующем КД присоединятся. Ну, надеюсь, присоединятся, пройдут там за мной. Ну, еще как бы есть люди хорошие, там есть Лок, у него ДК танк еще хороший, и Лок, и ДК, и Друид у него есть, там и Мишка, и Эрдру, еще там люди есть. У меня у одного серп еще висит. Я зашел, не висит. Сейчас патч был, Т5 перебалансили. А, у меня хоть игру и пустила, но, собственно, нифига не продолжает. Просто грузит, да? Да. Я зачем спрашивал, типа, у меня-то есть статик, но мне не хватает людей в него. Вот я могу либо с вашего взять, да, либо с вашего статика взять, либо же, наоборот, 5 на 5 соединиться и все. Остальных раскинуть еще один статик, или еще один, ну, там, 4 или 5 статиков сделать уже. Ну, я буду стараться свою десятку собирать. Если вдруг люди ко мне в десятку не пойдут, мои там, да еще кого-то не найду у вас, то тогда я просто хуй забью и, наверное, вообще не буду ходить в десятку. Ну, а так, у меня своя десятка, там, мы до йога доходили нормально. Окей, ладно. Кому-нибудь интересен этот ребаланс Т5, который закинули? Тем, кто на X2? Нет. Есть у кого-то пошта? Есть, но у меня все еще из игры как-то выкидывает. О,